Сняли отвалы и кузовы, поставили цистерны и подключили форсунки. Первоуральские коммунальщики перешли на летний режим работы. С сегодняшнего дня они будут работать круглосуточно. Подробнее Екатерина Котельникова. Улица Данилова сегодня первая в списке на уборку. Сначала проезжает комбинированная дорожная машина, следом идет КАМАЗ с пылесосом. Первоуральские коммунальщики перешли на летний режим работы. Машины, которые зимой посыпали дороги противогололедной смесью, переоборудовали. На них установили бочки и шланги, чтобы смывать грязь с асфальта, поребриков и ограждений. За день они могут пройти до 100 километров. Этот дорожный пылесос меньше остальных. Он предназначен для чистки аллей и тротуаров, где обычной технике не проехать. Как рассказывает его водитель Евгений, за смену машина может навести порядок в пешеходной зоне длиной 6 километров. Каждый раз наполняется бак с водой. В бункере находится бак на 380 литров. Стоит три форсунки спереди на щетках. Он орошает водой. Ну, это я примерно заправляю бак примерно раза 4 за смену. Ежедневно на городские улицы будут выходить два десятка машин. В таком усиленном режиме коммунальщики продолжат работать до майских праздников. Затем технику будут выводить лишь для поддержания чистоты. В круглосуточном графике работают и днем, и ночью. Ночью у нас больше техники выходит, конечно, потому что удобнее город прибирать. Я думаю, к концу апреля мы город очистим от пыли. За день с первоуральских дорог на спецполигон коммунальщики вывозят по два грузовика отходов. Это больше 20 тонн пыли и отсева. Коммунальная техника уже работает в летнем режиме. Но если весенняя погода преподнесет сюрприз, уборка города не остановится. Для возврата зимнего оборудования на машины техникам потребуется не больше часа. Екатерина Котельникова, Михаил Пиранков. Новости. Первоуральск.